Президент Армении Серж Саргсян созвал в пятницу в рамках стратегических командно-штабных учений «Молния-2015» внеочередное заседание правительства для информирования о ситуации, разворачивающейся в последние дни вокруг республики согласно сценарию учений. На заседании министры представили ход выполнения указаний, вытекающих из сценария учений, доложили о проблемах в определенных ситуациях и представили предложения по их решению и применению более эффективных способов управления, сообщает пресс-служба главы армянского государства. В ходе заседания Саргсян подчеркнул важность военных учений, отметив, что этим решаются две важнейшие задачи – учебная и контрольная. Конечная цель – быть готовыми в случае реальных событий принять самые эффективные меры для устранения угрозы территориальной целостности и безопасности страны, сказал он. Саргсян также отметил необходимость результативного подведения итогов, что поможет оценить работу подразделений и их глав, составить планы по устранению недостатков. После представления докладов членов правительства Армении и принятия соответствующих решений были даны соответствующие указания, обеспечивающие их выполнение, говорится в сообщении пресс-службы. Стратегические командно-штабные учения стартовали в Армении в четверг и продлятся до 6 сентября. В пятницу в республику прибыла группа ОДКБ для участия в качестве наблюдателя в учениях и предоставления соответствующей консультации. Ранее пресс-секретарь Министерства обороны Армении Арцайрун Ованесян сообщил журналистам, что учения «Молния-2015» носят плановый характер, направлены на гармонизацию работы всех соответствующих государственных структур Армении на случай военных действий и преследуют цель повысить боеготовность армянской армии. Сценарий учений держится в тайне.